Йоу, народ, это я, Тайфун Групп, и мы с вами танцуем и изучаем сотню самых прокачанных хип-хоп танцев. И следующий наш танец — это кукинг. Итак, представляем себе, что мы находимся на кухне. Вот у нас есть еда. Берем кастрюлю, накладываем, мешаем, добавляем соль, перец, подсолнечное масло, ванилин, корицу, красный перец, цветную капусту рубим, морковку. Ну, потом всю эту хрень, может быть, кто-нибудь съест. Под музыку то же самое. Как вы уже поняли, вы по-всячески можете использовать свою фантазию и делать любую хрень, которую можно сделать на кухне в этом танце. Следующий танец — это карате. Мы представляем себя Чаками Норрисами или Брюсами Ли, хотя он, по-моему, занимался в общем, посрать. Итак, поехали. Мы двигаем руками вперед, бьем кого-то, бьем в разные стороны сериями по три. Раз, два, три. Раз, два, три. Или раз, два. С ногами это совмещается таким образом. Раз, два, три и четыре. Пять, шесть, семь и восемь. Можно бить сверху. Два, три и четыре. Пять, шесть, семь и восемь. Вот как-то так. Наш наступный танок — то яке дети. Дитина. Перша частина робиться таким чином. Руки перед собою, якби що щось розгрібають. Друга частина. Ми рухаємо якісь колеса, уявні колеса. При тому корпус наклоняється за ними, за руками. І потім, як в такому качі з хаоса джекінгу, коліна допрацьовують цей рух разом. Виходить таке. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Те ж саме з музикою. Happy nation, living in a happy nation.